Хорошо, всем еще раз здрасте. Что-то у меня такое настроение. Сегодня хочу на море, а то нам скоро уезжать. Думаю, надо на море, погода хорошая. Надеюсь, что волн тоже не будет. Что мы сейчас идем на море. Да-да-да, покупаться. Сейчас Лаван будет щуриться, а я буду нормально себя вести. Потому что я в очках. О, спать ляжь. На этом? Ну все, давай. Будешь охранять тогда. Это. Он Вован говорит, не полезу. Говорит, ну хоть в басик потом. Там липко. Липко, липко. А я хочу все-таки немножечко поплавать. Здесь народ чилит, отдыхает. И погода сегодня хорошая, надо сегодня покупаться. А то скоро уезжаем, надо ж. Ну, завтра не знаю, как получится. Завтра может быть только этот басик. Ну и сауна, разумеется. Погода супер. Там уже какие-то спортивные мероприятия. Супер. Ля-ля-ля-ля-ля. Если на обед не успеем, то можно будет покушать в снэк-баре. Там тоже есть еда. Видите, тут народ отдыхает. Он что, он сегодня, видишь, даже плавает. Тепленько вроде. Ну, все, эти заняты. Лежачки, да. Не, ну, в принципе, еще есть свободно. Народ, видите, спортом занимается. Ну, тут некоторые просто так влезли. Че, пошли позанимаюсь прям тут? Да. Ты, я понимаю, уже свободный вход. Просто акваэробика. Понимаешь? Класс, сегодня погодка, просто кайф. Ой, вообще, шикардосно. Все, Вовчик посмотрел, говорит, в Нижнем, когда прилетим, будет плюс 3 и дождь, да? Ой, ужас какой. Мороз будет. Мороз будет, да. Пока что наслаждаемся солнышком, пока еще осталось. Да. Вытащила его из норки, из номера. Видите, идет, выеживается. Там даже интернет ловит, Вова, зря с себя телефон не взял. Но он с айфон поиграешь. У нас здесь команда регби тренируется, молодежная. Я так поняла. Приехали. И тут занимаются. Вон ворота поставили регбические. И вот они здесь регби занимаются. Да, откуда? О, видите, как круто у них тут. Спортивные мероприятия. Даже камера тоже стоит. Они тоже себя снимают. Перетащили эти все. Вообще вот молодцы. Ну, я так поняла, здесь просто команда какая спортивная приехала. Занимается. Да? Красота. Красота. Ой, смотрите, какая сегодня красота. По-моему, кстати, волн нету. Не сильные. Флаг вроде это не красный. Красно-желтый. Типа с переменным успехом. Но не зеленый. А какие, кстати, флаги есть, Вов? Желтый и зеленый. Желтый, красный. Желтый, это типа можно все хорошо, да? А красно-желтый, это типа с переменным успехом, да? Зависит от погоды. Там может меняться, ну что. Да, они обычно вешают красно-желтый. Всегда. Понятно. Желтый лет не вешает. Все. Да. Сейчас одно, завтра другое. Есть, а через час. Кстати, прям тепло-тепло. Прикиньте, ребятки, это ноябрь. Угу. И это ноябрь. Обалдеть. И в ноябре такая шикарная. О, кстати, вот, видишь, а ты переживал за мукбанк. Вот тебе мукбанк бабушка сделает. Тоже привезли. Вон сколько народу. Пожалуйста, прямо здесь можно покушать. Вон. Да, народ полно. Чувствую, сейчас с лежаками будут проблемы даже. Морюшка, море. А там уже какой-то другой отель. Да-да-да. Сейчас найдем что-нибудь. Все, Вован ушел в дзен. Все, отдыхай. Как говорится, наслаждайся. Ты бы снял, кстати, майку-то. Позагорал бы немножечко. Как раз не сильно бы позагорел. Это... Хоть немножко пузико бы позагорел. А то вчера майку снял, аж прям вообще белый, как вообще не знаю кто. А я пошла в море. Я уделась, как говорится, в своих пляжных тапушках. По-другому не могу.
Все, бородку надела. Вас взяла. Все, пойдемте в море. А море, море. Лежаков, кстати, вообще нету. Вот особенно под навесом вообще никого нет. То есть мне пришлось два лежака из-под солнца вытащить и туда поставить. О, нет, все, море, кстати, хорошее, хорошее. Видите, желто-красный флаг. Все. Народу, смотрите, народ сколько. Как в Геленджике. Народу, как в Геленджике. О, камушки. О, как в этих удобно ходить. Все. Идем в море. Сейчас у нас время примерно 11 часов. О, морюшка. Ну-ка, пробуем. Пробуем на ощупь. О. О. Прохладненько. О, а здесь, кстати, вот смотрите, каменистая. Вот там вон песочек, а вот здесь каменистая. Здесь, кстати, водичка потеплее, почище. Во. Прохладненько. Нет, сейчас надо обвыкнуть. Ой, холодно пока что. Прохладное море. Либо я просто, наверное, не так жарко мне. А сейчас 25 градусов примерно. Но спокойное, видите? Морюшка. О, волн небольшой. Вон там, видите, катаются эти. Ой, народ, как в Геленджике. Вообще. Не, вообще. Ну, классно. Вот то, что здесь камушки, кстати, даже хорошо. А то там залазишь, и не очень удобно. Вот, видите, даже... Вот то, что сегодня волн нету, вот можно зайти, и как раз будет глубина. Народ купается. Ой, класс. Хорошо. Вот сейчас уже, уже нормально становится. Так. О, море. Я вам дарю сегодня море. А вон, пускай это, водные ванны, воздушные ванны, понимаешь. Тут морешком дышит. Я не пойду, оно липкое. Я говорю, а какое море должно быть? Ой, нет, хорошо, хорошо. И вот лодка проехала, все, волна пошла. А так оно, кстати, спокойное сегодня вообще. Хорошо. Море, море. Вот сейчас уже постояла маленько, поотвыкла, все полегче все. А так прохладненько. Вот так. Хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас маленечко согреюсь и пойду. О, у меня уже по пояс. Ну, ребята, взяла селфи-палку. Подлиннее выдвинула, чтобы, если что, камера точно не утонула. Красота. Да, все, пойдемте. Вроде немножечко побывыкло. О, здесь, кстати, вот идешь и сразу прям, знаете, такой небольшой раз и... Прохладно. И вот здесь, кстати, песок начинается. Вот здесь уже песок начинается. Хорошо. А вот видите, люди стоят прямо. Вон, да, стоят. Я вот здесь постою. О, хорошо. О, как раз здесь вот мне по грудь. Хорошо. О, так, надо окунаться. Так, сейчас вас поправим. Раз, два, три. Прохладно. Нет, честно хочу сказать, вот первый день, когда мы сколько, 3 или 4 дня назад, было море теплее. Сейчас оно уже холоднее стало. Прям вот, прям чувствуется разница. Но сегодня спокойно. Зато, ой, наслаждаемся. А что я дурой не ходила столько дней? Слушайте, у меня так кожа улучшается. Когда вот это, на морешке. Вода, конечно, какая-то вот липкая, действительно, достаешь руку, прям вот липкая. Раз, два, три. О, хорошо. О, хорошо. О, 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 все, кайф, кайф, кайф. О, хорошо. О, ай, волна. Ой, супер. Ой, ребят, смотрите. Да, все супер.
Вот тоже люди купаются. Видите? Солнышко. Солнышко. Не, море холодное уже. Вот честно, уже холодное. Вот на мое ощущение, я еще такая, знаете, не особо мерзлячка. Ну, хотя сильно такая бывает мерзлячка, уже прохладная. Ну, с детьми маленькими, видите, гуляют. Все. Прохладно. Честно, уже море остыло, девочки. Вот. Я не знаю, надо, кстати, знаете о чем? Так как мы часто будем путешествовать, вот, я считаю, надо нам купить какой-нибудь такой, это как градусник, чтобы вот проверять температуру воды. Будет здорово. Надо какой-нибудь такой, знаете, как это, я у одних блогеров видела, у них такая уточка. Надо нам тоже подобное купить, что-нибудь такое. Посоветуйте, девочки, что купить, какую-нибудь такую прикольную штучку. Может быть, есть какая-нибудь такая пиратская, типа вот так опускаешь, электронный, главное, чтобы это. И все. Девочки, посоветую в Инстаграм, напишите мне. О, кстати, а вот здесь вот вроде как волна какая-то тепленькая, потеплее. Вот смотрите, вот здесь вот песок, да, вот там вот камушки. Вот, ну песочек есть тоже вместе. То есть дно наполовину каменистое, наполовину это. Ну так я человек с очень чувствительными ногами, поэтому я предпочитаю в этих коралловых тапочках, чтобы потом не расстраиваться. Но сегодня волн нет. Все, ребятки, наслаждаемся морем с вами. Все, давайте море покажу. Все, наслаждайтесь. Волна пошла. Море, море. Вот какие-то водоросли. Или рыбки. Что это такое? Что это такое? Водоросли. О, рыбки, рыбки, смотрите. Рыбки. Вообще, в воде. Там такие маленькие. Ой, у меня тоже по ногам, кстати. Реально, рыбки какие-то. Класс. Вообще здорово. Все. Тут народ, видите, волейбол играет. Но народ, кстати, полно. И это все считается с нашего отеля. Вот это все с нашего отеля. Представляете, сколько народу в отеле. О, параплан. Смотрите, как здорово. Параплан. Супер. О, можно еще даже поглубже зайти. Шушусь. Ну, я страшусь. Вот, кстати, сейчас уже легче идти, потому что сейчас волн особо нету. Вот, и уже лучше. А вот тогда, когда волны были, мне прям страшно было. Катя. О, смотрите, парафлан. Ну, я ссусь вот на этих. Кстати, что-то вот здесь вот подошла, и как-то здесь это мельче. Странно. Странное такое, да. Вот так вот, так вот, так вот. Так, ну-ка. Идем глубже. Слушай, а вот так выхожу, как будто наверх выхожу. Вот там вот глубже, чем вот здесь вот. Нормально. Все. О, а здесь прям вообще песок. Девочки, вот здесь вообще песок. Один сплошной песок, вообще не камушка. То есть вот там камни, а вот здесь вот камней вообще нету. Слушайте, вот смотрите, я прям даже дно вижу. И оно прям чистейшее. Слушайте, как в Таиланде. Вообще класс. Имейте в виду, чем дальше заходишь, тем лучше. Вот там я слышала где-то это, есть вот сейчас вот мелко-мелко, а потом как это, как обрыв такой. Ой, вот здесь прям вообще... О, и, кстати, вода теплее. Ой, я обалдею. Ля-ля-ля-ля. На волнах. Да, надо купаться. Надо купаться. А то вот сейчас уедешь домой, хрен знает, когда поедешь. Да и куда, непонятно. Может, в Стамбул. Может, в Мальдивы. Ой, как они близко-то. Ну, смотрите. Здорово. О, прям рядышком. Слушай, здесь дно прям вообще идеальное. Ой. Я рыбок вижу. Вон там, вон черненькая. Лежал, камеру нельзя окунать. Это бы я вам показала. Надо, кстати, аквабокс взять. Точно. Надо, девочки, взять аквабокс. Да. Если куда-нибудь в следующий раз поедем, надо взять аквабокс, я вам буду показывать морское дно. Нырять я, конечно, не буду, но камеру под водой подержу. И здесь как-то мельче. Я так не понимаю, почему. Может, где-то поглубже. Ну-ка. Сейчас прощупаем немножко. Здесь тоже хорошо. О, смотрите, как я далеко уже от берега отошла. Все равно, не глубоко. То есть, в принципе, для детей среднего возраста, роста будет нормально вообще. Хорошо. Вот здесь тоже.
Здесь прям вообще песок, вообще песок. Вот почему-то возле берега полно камней, а здесь прям песок. Вообще чистейший. Супер. Все, я Нинка тянулась. Все, меня теперь хрен вытащишь. И уже организм адаптировался к прохладе. Уже хорошо. Ой, кайф. Вот сегодня кайф. Вот первое впечатление от моря было не очень. Поэтому не хотелось возвращаться. А вот сегодня я говорю, да, рискну напоследок. Вот как всегда так и бывает. Напоследок наслаждаешься. Момент. Вовке оставила телефон, пускай нравится. Вроде как тут ловит тоже интернет. Прикиньте, даже на пляже будет. Кайф. Все, наслаждаемся. Все, вот вам катер. Сейчас опять волна будет. А вон там, видите, эти буйки? Видать, там уже глубина. То есть там уже показывает, что уже глубина. Вот сейчас вот я стою вот на полный свой рост. У меня по грудь. И достаточно далеко отошло. Вот в Сирии все для сравнения, да, там вот буквально пару метров отойдешь, ну, 2-3 метра, и уже все, там уже глубина. А здесь прям здорово. Здесь с детьми, конечно, вообще хорошо. Так вот. А вон там человек плывет. А я иду дальше. Кстати, вот в этом купальнике, девочки, намного лучше. Я прям лучше себя в нем чувствую. Хорошо. Бадминтон играют в воде. В бадминтон? Интересно. А раз так можно? В бадминтон в воде. Первый раз вижу. Море спокойное. Кайф. Все, я отсюда не вылезу. Я думаю, да ну нафиг. Сейчас идти опять жрать не хочу. Я уже устала от еды. Честно, вот знаете, вот вроде едим, а вот уже не хочется, уже не лезет. Честно, сейчас позавтракала плотненько. Я говорю, не хочу, не пойду. Там через час уже обед. Я говорю, не хочу. Я лучше пойду в море. Ну, волна пошла. О, смотри. Ох, волна какая. Ох ты, волна какая. Ох ты, какая волна. Ох ты. Ну, народу, конечно. Даже с одного нашего отеля уже столько народу. Обалдеть. Очень хорошее дно. Слушайте, все, претензии к морю снимаются. Точно так же, как и к еде. Это, знаешь, приезжаешь, такой, знаете, недовольный, что-то это не то, и все. У тебя все, пошла вот волна, и ты все ненавидишь, тебе все не нравится, все, тебе плохо. А сейчас кайф. Вот, сейчас хорошо. Наслаждаюсь. А море. Да-ра-да-ра. Минут тишины. Очки берите. Очки, кстати, помогают. Солнце такое яркое. Тем более сегодня нету тучек. Хорошо. Хорошо. Кайф. Не, кстати, вот такой, знаете, обратной волны. То есть вот нет такой, чтобы назад она утягивала. То есть спокойно можно купаться и детей отпускать. Серьезно. Очень много детей купаются. Очень много. Я у нас без защитных средств. Я думаю, наверное, не обгорю. Сейчас солнце уже не такое активное, как летом. А даже если немножко обзагорю, будет хорошо. Я, кстати, даже не брала этот крем от загара, который мы в Сириусе играли. Вообще не взяла. Думаю, да ну нафиг. Все. Как говорится, меня не контакт. Все, девочки, я плаваю. Я плаваю. Все, наслаждайтесь морем. Я молчу.
А он тут это чилит, спит. Я прям пришла, он прям тут дрыхнет. Дрыхнет на море. Не, ну с таким классным видом, да. Чтобы не подрыхнуть, да, Иван? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Девица? Чего тебе, старый товарищ? Ах так, фу. Нехороший Славик обзывается. Сейчас он камеру положу и пойду это еще кунусь. Ой, там, кстати, как классно. На банане. Да. Там на плюшке такой, смотри. Классно. Блин, а на небо покататься. Ой, как он их жестко прям. Вообще там надо обоссаться можно. Там три стёгнутые. Две маленькие. Да? А он их так, смотри, крутит, вертит прям вообще. Зря не хочешь, там такой вот это. Там вот реально прохожий белый песок, прям вот прям белый-белый. Ну не белый, как желтый. Но песок, прям, честно, я тебе говорю. Серьезно. Я тебе говорю, там вот пройдешь, причем, знаешь, как-то заходишь и глубоко. Потом чуть пройдешь, и там как-то мельче. Странно, да? Там какое-то дно вот такое вот волнистое. Мальдивы, да? Ну, не Мальдивы, конечно, но. Это бюджетные Мальдивы, бомж Мальдивы. Мальдивы для... О, точно назову. Мальдивы для нищебродов. Да. Ой, да, кстати, банан вон, пожалуйста. Несколько человек, да. Бананит. Вот. Что вот, пойду я тоже-то. Покупаюсь еще маленько. Ну что, ты здесь будешь, да? Интернет не ловит здесь? Плохо, да. Ну, ну ничего, зато поспишь. Все, давай, охраняй. Охраняй. Шершни. Шершни? Что, тебя укусили уже? Нет. Бедняжка. Ну, снял бы хоть маечку-то. Ну, штанишки задери. Давай. Задери штанишки. Чтобы мы-то, ноги хоть немножечко. Ты что, много за блиндеричность? Да. Штанишка, задеришенка. Хоть немножко. Ты приедешь опять белый, как моль. Все, пошла я тут.